здесь Apex. Уже Apex. А его заметил, кстати, снайпер, промахнулся, Apex делает тоги минус. Выход от MSL, Apex как же здорово контролит свой Фамас. Выход от Эйзи, у него все неплохо смотрится. Нет, все-таки отлетает он, господи, Вальдемар так забирает к Зипексу, конфиг разбирается, Дюпри последний у нас девайс, выход, один на один уже ситуация против Вальдемара, М-ка против АП девайс, выход, и еще АК-47 у него появляется на руках, Вальдемар, фузбома, нет, это фейк, это будет выход против девайса, Николай Риц или все-таки Вальдемар, кто выйдет в этой ситуации, девайс, тащит раунд от своей команды, минус 4. Это 2 на 2, проблемы серьезные. Лео еще один килл. Это Экон с блоками, Гардиан 1 на 1 против Снакса. У Снакса, кстати, снайперская винтовка. Кто кого? Дуэль двух снайперов. Невероятно важный раунд для команды Virtus.pro. Они могут за счет этого раунда, ну, все-таки затащить, но нет. Вальди делает минус по Апексу, главного бомбардира выключила команда Норс. Шокс, также фраг по Эйзи, Кеннис делает выход с секрета. И фраг Вальди уже с трофейного калаша, делает третий минус, четвертый минус для Вальди. Слушай, ну это либо Эйс, либо первый килл для Бадди. Ну Бадди попробует, Бадди в любом случае знает, где находится Вальди, а Вальди до конца не понимает. И у Вальди есть куча времени, что самое интересное. Да. Можешь сейчас сделать все, что угодно. Но пока что преимущество у Бадди, поэтому Вальди нужно грамотно использовать время, но Вальди решил использовать свою стрельбу, это эйс. Virtus.pro знает, что есть хоть кто-то здесь на банане, потому что он создает эффект присутствия. И Бьяли убивает здесь Ника. Филипп Купский умирает в этом моменте под флешка. Флешка, кстати, приехала слишком поздно, не смогла прикрыть товарища. Бьяли тем временем выносит двух игроков на банане. И атака на Б-планк полностью захлебнулась. Бьяли действует, летает смог. Смог перекрывает пилку, но Бьяли выходит через ковры Блэк Керригана. И Рей ничего сделать в больших песках не смог. Откидывает гранаты, МСЛ внутри пункта забирает Киарви, делает еще один фраг, МСЛ, три фрага от него! Наконец-то подключается капитан, ну и останавливает, в принципе, можно сказать, соло-выход команды Астралис. МСЛ, квадрокилл, Кейджун Би закрывает вопросы в этом раунде,